Сегодня был очень длинный день. Я проснулся рано, несмотря на то, что воскресенье. И, в общем, начал делать всякие дела. Куда-то заниматься там. Потом начал сидеть в жюри. И мне кажется, что у меня, к сожалению, появилось небольшое осложнение после того, как я посидел в жюри. Я заметил, что то, что я делал операцию, в общем, ну я и так это знал, что она, кажется, не очень сработала, но, в общем, сегодня я четко понял, что она в каком-то смысле сработала, в общем, они как это, как автосервис, что-то починили, а что-то подпортили, так, чтобы оно ухудшалось. И я не знаю, как мне дальше себя вести, потому что надо будет еще сидеть в жюри. И это затруднительно. Потом вечером был необычный момент, что я пошел за шавермой, и там как-то мне порекомендовали через интернет заказать, чтобы было дешевле. И тут я заказал через интернет со всеми комментариями там, что именно мне сделать и без чего, и мне начали делать не то. И я смотрю, ой, это же не то. И потом, когда уже сделали, я спрашиваю, а вот вы с этим или без этого сделали? И мне говорят, с этим. Я говорю, ну я же написал в интернете без этого. И, в общем, мне два раза переделывали, а потом оказалось, что у меня не получается сделать скидку, потому что я заплатил не через интернет, а на кассе хотел заплатить. И при этом у меня в интернете была написана цена со скидкой, а мне говорят, в общем, там что-то без скидки. И я говорю, вот что мне сейчас делать, как мне поменять способ, типа, платить через интернет, и при этом я уже был в уставшем состоянии, еще и торопился на физкультуру после такого длинного дня. И, в общем, мне говорят, ну, обратитесь в техническую помощь. Я тороплюсь, уже мне не то что-то делают, и я хотел просто убежать с криком «А-а-а!». Ой, наверное, люди спят. И, но нет, я сказал, что я немножко тороплюсь, давайте я все-таки куплю со скидкой, но по карте. Так как я и собирался, потому что в интернете так и написано. Если есть такая возможность, есть такая конкретная цена. Если у вас что-то не получается, то, может быть, вы сами можете написать в службу поддержки. Потому что я тороплюсь. И мне так разрешили. А потом оказалось, что у них другой соус. И он очень сладкий. И я думал, что у меня разболится голова. Но пока не разболелась. Несмотря на то, что день был очень трудный, ну, просто еще были такие сюрпризы хорошие. Потому что, когда мы сидели в жюри, там в перерыве оказалось, что... Я не знаю, это можно рассказывать или нет, но там была еда. И это был прямо рай. Это было супер. Ну, в общем, сделал я эту физкультуру. А потом еще... Ну, пока я начал что-то есть и смотреть фильм, как же он назывался? «Охотник за монстрами». «Охотник на монстров». «Охотник за монстрами». «Монстр Хантер». И, ну, по сравнению со вчерашним фильмом, это, конечно, ну, не так круто, но все равно картинки мне понравились. В общем-то, какие-то такие идеи, ну, много каких-то таких знакомых лиц, в том числе, и этих персонажей много знакомых. Ну, присутствовала, конечно, присутствовала явная нехватка сценария. Сценария мне не хватило прямо очень сильно. Хотя логика, в общем-то, есть. Ну, вот что-то там... Не срослось, мне кажется, со сценарием. Как бы они ни старались. В общем,
Ладно, под что там? Я еще главное, что я сначала испек куриные эти голени в стеклянной кастрюле в микроволновке. Потом у меня от этого осталось что-то типа холодца, которого я в холод не убирал. И теперь я в этом холодце еще испек два куриных яйца. И было что-то не очень. Вообще как-то мне не понравилась эта еда. Но я просто хотел туда есть там и этот холодец. В общем, ладно, посмотрим, что будет дальше.